27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Идея праздника – обратить внимание общества на сложную, но важную профессию. Наша съемочная группа побывала в детских садах городского округа Люберцы. Песички на еда, за звездой четверг, волк глазами светло. Елена Керова больше 15 лет своей жизни посвятила детям, отдает им свою заботу и любовь. Однако в профессию попала не сразу. В работники дошкольного образования ее привела маленькая дочь, которая впервые пошла в детский сад. Так и появился интерес к работе с малышами. И по завершению педагогического университета профессия воспитателя заиграла другими красками. Говорят, что в профессии не бывает лишних людей. И мне кажется, что в детском саду остаются только те люди, которые действительно любят свою работу, любят детей искренне, открыто. Потому что дети каждый день у нас не похож ни на один другой. И чтобы детям и родителям было интересно со мной работать, я постоянно повышаю свою квалификацию. Елена принимала участие в конкурсе «Педагог года» и дошла до финала в этом году. В своей группе проводит занятия, которые прививают малышам трудолюбие и интерес к окружающему миру. Она, как настоящий педагог, ищет подход к каждому ребенку. После пришел кто это? Старичок, лесовичок. И он, ребята, приглашает нас поиграть. Хотите поиграть? Да! Преемственность поколений – необратимый процесс. Алла Ерохина хотела преподавать историю, но ей выпала возможность поработать с дошкольниками. И пришло осознание, что это дело ее жизни. Алла совершенствует экспериментальные занятия, которые впоследствии вызывают у дошколят неподдельный интерес к творчеству и науке. Но самое главное все же – это ее любовь к детям, ведь они это чувствуют. Я пришла в детский садик, так как почувствовала, что это мое, потому что предыдущая работа меня подтолкнула с общением дошкольного возраста. Я вот так сказать решила продолжить свою деятельность. Здесь детки очень открытые, они любознательные, и хочется их оберегать, дарить им свою любовь взамен. Я им помогаю познавать мир, то есть я такая у них, как вторая мама, так сказать. Молодые воспитатели могут найти современный и подвижный подход к обучению. Они активны и полны новых идей, в то время как педагоги с большим стажем прививают детям терпение и передают свои знания, накопленные многолетним опытом. Несмотря на разные методы работы, всех преподавателей объединяет одно – это любовь к детям. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.